приготовились метку носить, пока всекаем. Клики уходим, Войт остается, долбит там ее. Шли на безопасное расстояние вот к тотемам и заливаем сразу ее. Поменяю на второй метке. Все стойте в портале, чтобы не притянул никого. Так, метка на Войде опять, отлично. Кидываю стаки. Так, у нее сбиваем. Сейчас будет притяжка. Беги, малышка, беги! Свот, отбеги. ШП, Минел Тор тут. Разбивайте следующую подлапу. Клота, отходите от Клота. Разбивайте обе. К, меняй меня после, желательно после каждой, либо после второй. Через каждые две. Чтобы я тебе не напоминал об этом. Не хочу еще танку говорить, что ему делать. Правда. Сливаем склеп. Или нет? 4, 3, 2, 1, не успею. ДК, держись. Агрессивная. Лапку левее чуть-чуть надо ставить. Чуть левее, чтобы... Да, чтобы ты прям в сустав ее уперся лицом. Еще под лапу. А не будет, я заберу. Во. Юпи под лапу. Нажми там дефку какую-нибудь. ДК скидывай. Тяжка. Тяжечка будет, да, все верно. Так, метку в подлапу сбиваем. Геру давайте. Геру давайте, да. ДК, бля, танк, слева расклеп, разбейте резче, это танк. Можно пока не менять, у меня стаков нет, МРТ под лапу. Антикаплю, не сдохни, смотри. Сука. Блять, что вы по двое морозитесь, блядь? Как эти, я не знаю. Дебилы. Нет, я не говорил, так агрессивно под лап. Левее вставайте, блять. Вот, отлично, вар стал, вообще супер. Почему мы должны из-за одного, сука, человека всем рейдом смещаться? Я не пойму вот этого. Кому-то проще, блядь, жопу свою подвинуть, чем остальным. Кил под лапу. Ходи, ДК. Притяжка. Дотрите. Все, следующую метку налево. Нихуя вы. Либо криву поставили, либо, ну я не знаю. Метку влево, играем по Синдре. Супердру налево. Бейте Синдру. Отлично. Упала осколок. Ну кого? Кому он? Он выйдет. Идти на лича. Одна хорошая шмотка за рейд была? Да. Только пояс. Пояс. Ран 950 пинг, понятно. Серебра пояс? Не, ты на РДД спросил? Или вообще? Псы. Нет, вообще какая-нибудь ценная шмотка упала, по-моему, ничего. Псы. Не упало. Так не, так вот упал пояс на меликов латный, который звали Пузы. Уже вроде всем кожи не берут. Даже варом там. Объект, да, объект. Печенка, да, героическая, да. Рок ДК, Макдруид. Ты кинул ролл на что? На часы? На мейн тебе или на что? Сейчас погоди, с печенкой закончим. Забить? Окей. Не такое. Они нахрен не нужны, если у тебя афлик и демон, они тебе вообще не покатят. Я про часы. Печенка, супер. Мати и Хризи. И Мати. Правильно? Он, по идее, забирал шмотку ДКшка, не может радовать. Вот, ДКшка, ты печенку забирал, да? Там как у нас, печенка шмотка или как? Без разницы. Я забирал и печенку, и шмотку. Так идет один шмот, одна печенька и одна топ-пуха с леча. Нет, он на другого персонажа получал. Сейчас зашел на другого персонажа.
потом рейдинг персонажа забирать шмотку. А, понятно. Значит, все, значит, второму. Мати, кто следующий? Дай пати быстрее, пока не выкинула. Куда? Где бы? Ну, дай что-нибудь сообщи как-нибудь себе. Да, ПМ уже. Вон там. Слятинка, я слышу тебя. Ты дай разобраться, лутер скидать, только геморрой с ним. Твык уже. Вот дай пати ему пину. Супердру, короче, тогда, если... Дессер вместо Суслятин, вместо Хризи идет. Отлично. Супердру, конец нашел. Да, ассист. Печенки. Нужен лутер, который будет все это разруливать. Воин-охотник, шаман, обычный печенка. Трогай ДК Макдруля. Ваня, варенье. Обычная. Что такое? Пойдешь магом ШП в рейд. На легче. Да, я систа лимошка возьму. Даю. Так. Хаба. Минус. Суслятинка писал, что он Долоран, потому что у него очень большой пинг. Суслятинка, давайте тогда ИП начислю и кикну. Если ты с нами дальше не идешь, согласен. Хабу, ты че убрал? Офнутый был ли он или вогался? Просто вогался. У нас уже фулл. У нас сколько за босс, за 11 боссов? Я накину, короче. Кинь Суслятинки, ладно. Бери. Я еще это, не привык. И по ГП уже сколько? Года два, наверное, не накидывал. Че полечу, значит, пам-пам-пам. Вместо первый... Хризи тоже хотели. Хризи, да. Кого же нам взять вместо Хризи? Кто у тебя есть Хризи? Да вон Мункина, берите все. Мункина? Можно Мункина? Это ШП же, да? Нет, маг. Маг тоже хорошо. Будет 4 мага. Че, Хризи, наверное, заменим мы тебя? Ты не против, я надеюсь? Окей. Олег, дай, пожалуйста, ИП Хризи. 5-100 там, да, я все понимаю, но это мало. Кстати, у него средний был за рейд у Хризи. 5-100. А у Баламута 6-9. Ну, тоже такой ДПС себе. Да не, я смотрю полный отчет, это за все, это за весинст у меня есть ДПС. Ваш средний, ну, я всегда вижу. Общий? Сейчас, вот за рейду, за рейд первые 15 человек. Можно понять, кто там старается на боссах, на трэше, а кто только на боссах. Видно такие вещи. Эндель хуярит везде, где видит. Так, по станам. Я даю первый. Я даю стан трусам по традиции. Войд. Войд. Ты даешь стан печенке. Экстрим. Ты даешь стан ромбику. Запомните свои станы. Будете их давать всегда. Если схватило кого-то из паладинов, например, меня или там Войда или Ретрика, Юпи дает стан той вальки, которая не замедлена. Юпи инфу принял. Поставь плюсик. Да, даешь стан, если кого-то из других паладинов схватило. СС на супердру. У нас будет 4. Варенька ШП.
Трусам дай стримка. Я Трусам, Войт Печенки, ты Ромбику. На подмене у нас Юпи. Если кого-то из нас хватает, Юпи дает стан. Вот. Так, СС над руля. Ханты напуливают. Ханты, помогайте. Нет, не ханты. Хант, который вагончик. Ты будешь снимать берсу с моих ширкачей. Будешь делать полезную работу. Окей? Окей. Киллерстар, да, киллерстар будет делать. Все, фулбаф, дайте мага. Так, по станам скажи. Порталы? Какие порталы? По станам. Кто рассказывал все? Я Трусам стан. Рога стоит что-то? В первую очередь паладины, потом после паловских уже идут там подрезки сухожилий, роговские станы. Ну или пусть Рога станет. Ромбики, да, согласен. Хорошо, я ромбики буду ставить. Давай. Так, что, вроде все. Озвучено. Вен. Все, я запустил, короче. Дайте магу бафы нужные. Диспелу. Кто хочет добровольно подиспелить чуму? Есть такие. Смерть, Артас. Кто не хочет диспелить, тогда будет диспелить. Хаба, подиспелишь? Чуму. Хаба, нет. Для науки подиспелишь чуму? Кто или Юпи подиспелит? И для науки на чуме. Я сам себя. Все, 10 секунд до боя. Давайте с первого трая. Выпить фласки, если кто-то не выпил еще. Погнали. Теневая ловушка, РДД зона. Пробегайте. Чума 5 секунд. На мне чума, шикарно. Снимай берсу эту сраную. Хант, на тебе она. Теневая, милики. Теневая, РДД. Чума, 3 секунды. Тщеславие, чума. На мне теневая, РДД, подтягивайтесь, смилики, подтягивайтесь. Второй шаркующий. Полез. Берсу снимай. Чума, 3 секунды. Теневая, РДД. Иду. Заражение захилите, нет? Мы захилить. Миликов захилите заражением. Теневая, милики. Дайте мне каплю. Пожалуйста. Вторую каплю, пожалуйста. Шаркач вырос, ублюдок. Сводите кучу их, чума, чума. Диспельте ее с ханта. Все, духов напуливайте на ДК. Вурдалаков позабираю пока. Пятнадцать таков, норм. П ханты на сферах, хант вагон, сфера приоритет. Извини, что так, давай просто так проще. Паладни на раз, два, три. Супердру, если есть БР, БР не Войда.
капли, да, он уехал. Нормально. Вот, встал. Бафы ему на бегу. Кидайте. Дух один. ШП на Клота. Пехотка 10 секунд, больше дамага духа. Так не ворвитесь только там, в центре шарик, два даже. Ходка. Дыхнул вроде, да? Дыхнул он или нет? Нет. Бегите к лечу, завтра вставайте. Да он умрет все равно. По станам сразу смотрите. Олег, поставь на себя хотя бы метр. Быстрее добейте его, боже мой, два, сколько там, чуть-чуть. Печенку встаем, мои трусы, по станам работаем. Сквернение скоро. Псы достанет, сквернение перед вальками не лить. Притворись, молодец. Отлично. Сейчас центр. Даем Геру, встаем вот здесь, вот за спиной у него. Есть Гера, да? Нет. Звездочки. Звездочку встаем. Хуёво взведен звездочку. Поставлю квадрат. Вот. Сквернение выносим влево. Осквернение. Отходим направо от рейда. Отходим. Печенки, ромбику, стан. Сливаем вальки, две их. Лужу не топтаться. Все нормально. Лича ставь рядом с лужей, мордой в центр. Встаем в квадратик. Осквернение сейчас будет. Не бегите в центр с ним. Оставьте где-нибудь сбоку. Осквернение. На супердру. Отходим от супердру. Все, рейд, собирайтесь куча в квадратике. Быстрее в квадратик всем. Меня схватили, я в кружке. На трусам стана нету. Холипал трусам стан. Холипал трусам стан. Трусы, валькира, страж тьмы, стан дайте ей. Хорошо, сейчас я еще один дам. Молодцы, кружок. Все хорошо. Осквернение на РНЖ стоим. Лич в центр, Клота, отходим от нее. Веди лича в центр. Встаем в квадратик. Нормально. Правильно подтянул. Умничка. Играем. 46%, 45%. Валик бьем и переводим. Я снова в кружке. Что за блядство? Дайте там ромбику. Можете сухожилия, осквернение, не подвалик. Трусам стан, трусам. Бейте ромбик, наконец. Есть какой-нибудь стан трусиком? Ну, пожалуйста, спасите ее, молодцы. Меня тоже заодно. Все, переводим, стоим тут, играем. Молодцы, все живы, вы просто лучшие. Метка на ДК, чтобы никто не путался, где будут танчить духов. Потому что рейд еблует иногда, я знаю. На, метка. ДК я заберу, помогу тебе. Бьем. Кресты на сферах. Точнее, один кантом вагонным. Баш дух. Дай где, блядь. Сфера близко, очень опасно. На ШП, да, вот она. Еще один гневный. И еще один будет. Второго сейчас не забирайте меня, которого я ставлю. Переходка, 3 секунды. Ну, уже, в принципе, отходить. Дайте духа и бейте его, лича сюда подводите. Играем в духа до комнаты.
комнате все собираемся. Ну, где-нибудь соберемся сейчас. Квадратик. Конечно, в квадратик бежим. Квадратик. И бежим за квадратиком. За спиной у квадратика, потому что я в центре разливаю лужи. Бежим параллельно квадрату у стены. Надеюсь, это не сложно. Подходим. Ршам обалдеют, вдруг потеют. Говорит один РЛ. Захиливайте. Я вам сакру. Стойте, стойте, плюха летит, стойте, плюха летит. Бежим срочно, бежим после нее, да. Срочно. 3-5 секунд живем, в угол забиваемся. А, выход из комнаты, осквернение, дух. Дух в рейд. Отойдите от морды. От зловещих убегаешь на ту сторону лужи. Будем вводить влево-вправо. Бьют лича, РДД бьют гневного. Я буду сейчас таунтить зловещих. Хант уходит. Не тупите с осквернением. До него 5 секунд всего. Иди отсюда. Не-не. Жновато было сейчас. Поди духа. Неудачно я там лужу разлил, извините. Ну уж как получилось. Там... Все, бейте лича, сейчас будет комната. Фит, не роняйте по хп, пожалуйста. Хилы. Собираемся в портале. Ставлю на себя метку. Ты очень быстро водишь. А? Поэтому ну ладно. За спину мне и захиливайтесь тогда. Ждем плюху, которая упадет перед нами. Бежим. Поднимайте по хп рейд вот там в углу. Потом перебежим. Уходим отсюда. Здесь опасно уже. Забивайтесь в угол там, за спиной у метки. Двигаемся еще чуть-чуть. Духов нельзя подпустить. Все, забивайтесь в угол. Вот там вот. Поднимайте рейд по хп. Выходим. Стоимся к осквернению сразу. На мне оно неплохо. Ходите от духов, они убьют вас. Просто уйди, Хант, ты можешь умереть. Их много, а? процента осквернения, не разлейте под лича, на сроге, кашанул, не кашанул. Оно кошится, нет? Да, он манишь, не спевается. Там сакру, что-то духи эти в рейд летят, не могу ничего поделать с ними. Еще одна комната, 15% лича, это похоже на килл. Собираемся в портале. Бежим в портал, несмотря ни на что. Метка спала. Вижу, меня бесит ставить ее каждый раз. Акры нету, поднимайте рейд по хп, двигайтесь, когда захилите. Бомба плюха падает, пробегаем ее, не будем ждать сзади, иначе отрежет нас. Ходите. Все, вот там захиливайтесь, дырки в этой. Можно сместиться уже. Подняли хп. Вот туда забивайтесь в угол. Правильно. И перебегайте еще. Осквернение, сразу осквернение на фибрилляции. Уходите. Ставьте там лича и бейте его. Это Вирин. Вот и все. 12%. Все хорошо. Бабах. Молодцы.
Думаю, все будет хуже, если честно. Всех с первого трая, красавцы. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки. На Синдре упали, так бы без вайпа было. Во сколько мы уложились? Ну, 2.5 часа, да? Начали где-то в 8. Ну да. Блин, жаль. Может, я, конечно, виноват. Ну и ладно. Хер знает, блядь, упали его как, я не знаю, блядь. Часа траили ее. Как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети? Они повергнут этот... Валькирами вообще очень классно играли, мне прям понравилось. Одна валька не унесла человека. Супер. Ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Квен, да, ничего себе, маг 18-800. Молодец, конечный ДПС. Попробуйте магом 18+ держать, блядь, весь бой. Можно и 19. Я видел мага Октябрь. Был в гильдии со мной, Global Underground. Держал 19к до конца боя. Там при сетапах, там соулах, при стах, все как полагается, при демоне. Олег, будет сейчас РСК? Мимоты, я вообще не с глобалов, я вообще с Альянса. Там начал играть, потом как-то так сюда потихонечку. Ну там я играл с глобалами, да, вроде что-то года полтора. Того. Все здесь. Паренька, Индриага, Рочестер, поднимайтесь. Если вам нужен лут, лед, там печенки. В хамах, да, и в хамах я был на Альянсе. Ну я так везде поиграл. То и гильдию распустил, я это. Много где с кем поиграл. Альянс и на и в легендах тоже был. Во время. Интересно же, где как играют. Опыт там, все такое. Тоже хочется играть с лучшими, правильно? Ты сам играешь хорошо. Ожидный будет ролл сейчас. Бабах, по воде непобедимого, у кого нету рольки коня. 45-47, 91, киллер стар. Мне кажется, хан заслужил. Меня ни разу ревность не прокнул даже на ширкачах. Ту-ту... Стар получает лошадь. А, Печенко. Паладин, жрец, лог, героическая, эпическая. ПГП. Ой, Харзул. Ну тут без вариантов, по-моему. А у меня ПР больше, чем у Войда. Ха-ха. Харзулу ты получал, да? Ну тогда Херзулу. Джим. Лут. Клятв. Хранитель клятв в роли. Кому надо? Перстар надо. За 10%, прикинь. Вообще. Охренеть. Фалик. Сейчас лак. 50. 50? А, ну. И 50. Фалик роли.
Киллерстар и МГА, да. Ну, Киллерстар получил одну шмотку. Я думаю, будет нам справедливо отдать МГА. Как считаете? Ну, я понимаю, что тебя основано. Ты забрал этот хранитель клятв. Как тут быть-то? Так вару даешь отдавай. МГА и все, что? Вару отдавай, арбалеты все. Вот я тоже так думаю. Две без пушки, это как-то... Это обычный токен Power-Jets Lock. Надо кому Power-Jets Lock? И у Пихолику на девайсе. И еще один обычный. Рога де Камардруль. Вагоны надо вам?